Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, дорогие комрады, зрители и подписчики. Это игровой канал Моргана, и мы продолжаем прохождение хоррора Outlast. Хочу сказать, что за моим окном сейчас начинает темнеть. Дома никого нет. Свет я себе тоже отрубил, поэтому темнеет все больше и больше. И по мере этого, думаю, количество наложенных кирпичей будет тоже возрастать. Будем пугаться самым что ни на есть реалистичным образом. Напоминаю, что в прошлой серии мы пытались выбраться из канализации. И так до сих пор пока и не выбрались из нее, поэтому будем выбираться еще и в этой. Надеюсь, что уже к началу этой серии, там первые минут 10-15, думаю, мы найдем выход. Хотя, как говорится, если нас найдет кто-нибудь другой, то выход мы будем искать еще очень долго. Мы собирались идти вот в эту тьму. Поэтому предлагаю приступить. Так. Все очень подозрительно тихо. Стоят какие-то ящики. За ящики я туда вот подходить не хочу. Ничего такого нет. Блин. Тряпье висит всякое. А-а-а! Это сейчас кто-то... Такое ощущение, будто бы слили воду в унитазе. Я, в принципе, не удивляюсь, мы же в канализации находимся, поэтому тут все может быть. Дядька, что ты так шипишь? Точнее, сопишь. Что ты? Ох, как темно-то, как темно-то. Я не люблю такое, я не люблю, когда так сильно темно. Это очень сильно напрягает. У меня потеют ноги. Хотя это не важно, они же и так мокрые. Они от этого еще больше потеют. Да и не только ноги. Свет в конце туннеля. Это в Outlast это всегда батарейка. Так, ну... То, что батарея у нас 4 из 5, не дает нам повода расслабляться, потому мы будем двигаться вперед чуть быстрее. Как бы что тут ни случилось. Так, Майлз, а у тебя как было по физре по подтягиванию? Нормально? Вижу плохо. Да блин, а что-то он не запрыгивает сюда. О, давай, подтягивайся. Фу, никого нет. Батарея сдыхает. Надо двигать отсюда, поскорее двигать отсюда. Знаете, вот реально чувствую приближающийся капец. И реально чувствую его своей жопой. О, еще один акробат неудавшийся. Дай бог, чтоб в следующий раз ты... В следующей жизни ты стал хорошим цирковым актером. О, сейчас она потухнет, надо менять. Не пугайте меня, не пугайте. Фух, никого нет. Может, тут среди всего этого дерьма тут какие-нибудь батарейки еще завалялись. Тихо. То, что мы так тёпаем по этой воде, это же может привлечь какого-нибудь придурка, который захочет с нами разделаться. Так, 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 тихо. Это какашка какая-то упала или что? Она вот оттуда упала. О, господи. Мне пора реально открывать свой завод по производству кирпичей. Потому что тут без кирпичей никак. Он подтянулся. А, там вроде ход еще. А куда нам надо тогда? Пойдем сперва сюда. Что, ничего не... Мне надо туда, где выход. На выхода я не вижу пока.
тут что? Так, ну я же здесь не был же изначально, нет? Вроде нет. Вроде нет, тут дверь какая-то. Надо в нее пойти. Тихонько, осторожно. Какой-то мужик. О! А, никого. Укрытие. Вот реально, вот засяду здесь и ни шагу больше никуда. Нужду буду справлять в это ведро. А, стул у меня есть, посидеть смогу. Из этой вот херни могу столик сделать. Полки есть, чтобы камеру складывать. Туда могу шмотки. А, спать где? У батареи, если тут, конечно, топят. Нет, она холодная. Ну, короче, вот спать, наверное, здесь придется. А, получается, это вот для рук. Вот, вот это вот одна рука, вторая рука. Мне надо спать в позе крестиком. Ладно, пофиг. Читаем, что ты тут оставил после себя. Отчет о том, как ты спал в позе крестиком? Кровотечение продолжается. Господи, видимо, ты спал неспокойно. Уже слабею, замерзаю. Кровь еще идет, но боли больше нет, и я почти успокоился. Я больше не могу слышать Вальридера. Возможно, эффекты лечения ослабли. Не могу вспомнить снов. Говорят, я должен согласиться на терапию, чтобы меня выпустили отсюда. Ложь. Конечно же, они врали. Это не было терапией. Нас принесли в жертву, заклиная демона. Только бы больше не было снов. Ад, это... Короче, вызывали этого Вальридера, и... Чтобы вызов сработал, видимо, что-то делали с этими вот... психами. Видимо, какие-то опыты, чтобы они там всего боялись, не знаю. Как я сейчас всего боюсь? Не знаю, если я прочитал этот журнал, на меня должны сейчас напасть тут? На обратном пути. Я бы рад там остаться, но, увы. Придется двигать дальше. Надо сюда. Блин, а батареи так быстро заканчиваются, знаешь? Какой характерный шум. Я просто не могу вот реально стоять на месте... Вы это слышите? Там кто-то идет. Там кто-то... Это цепи? Ребята, подождите. Это цепи сейчас были? Я сюда не запрыгну уже, нет? Я сюда уже не запрыгну. Ребята, я сюда уже не запрыгну. У-ху-ху. Сука, 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 это же Волкер. Меняй батарею быстро. Сука, меняй батарею. Поросенок. Я не хочу с тобой бегать. Это Волкер, это 100% Волкер. Натурный самый Волкер. Если слышите звон цепей, то вы уже попали. Это все, это конец. Понимаете? Откуда он? Откуда шум? Откуда-то оттуда. Я сейчас наделаю штаны. Ребят, я сейчас реально на... Тихо, стали, тихо. Вот он. Вы видите его? Тихо. Тихо. Мразь, жирная мразь, вали от меня. Убери свою жирную жопу от меня. Кто-то туда пошел. Я тем временем буду как-то осваиваться. Хотя, где здесь освоишься в этом мусоре? Тут я вряд ли открою проход. Дело в том, что я понятия не имею, куда надо. Тут очень большое помещение, у меня заканчиваются батарейки. А эта мразь жирная гремит цепями и действует на нервы. Понимаете, что происходит? Он меня сбивает с толку. Я просто не выношу звона этих цепей. Блин, я думал, это он. А-ха-ха-ха. Народ, помогите. Мне кажется, надо идти к тому свету. Там лестница.
Так, тактика будет такая. Сейчас спрячемся за вот этими ящиками, пока он там походит. После чего... Тупо со всех ног бежим к лестнице, понятно? Так, стоим пока. Я его шагов не слышу. Где он? Может, он отошел далеко уже куда-то? Что-то я его не вижу. Я реально не вижу его. Где он? Мать вашу. Что это за пакеты с мусором? Народ! Лестница обрывается. Он идет, вы слышите? Я слышу. Не знаю, где он идет, но я его слышу. Мне этого достаточно, чтобы наложить вагон кирпичей. Блин, вечно этот Волкер заставляет нас тратить батареи. Вы помните, когда мы в 4-й серии от него линяли? Там тоже уже батареи заканчивались просто. Вон, вон он, видите, вон. Он там. Пускай там и ходит. Мы будем искать, как нам попасть туда наверх. Священный свет. Так, там вообще не попаду никак. Вот тут надо как-то пробежать, наверное, да? Делать это надо быстро. Сука! Он не прыгнул. А! Я, кажется, понимаю. Чтобы запрыгнуть на эту лестницу, надо попасть сперва вот как-то вот сюда. И вот поэтому... Пройти по вот... Что такое? Я замер на месте, я никого не трогаю. Где-то совсем рядом. Блин, народ, я не знаю, что делать. И не хочу батареи переводить. И понимаю, что нам как-то надо туда попасть, но... Черт возьми, я беру свои слова обратно. Я думал, мы выберемся из канализации за 15 минут. Тут уже, блин... Чувствую, мы всю серию будем тут по этой комнате лазить. Почему он не сваливает? Он явно где-то тут, но вот... Я просто боюсь проверять это. Будем очень осторожно действовать сейчас. Надо искать место, где мы сможем попасть вот... Вот тот постамент или... Как-нибудь, блин, на этот этаж, блин. Я уже все термины поперепутывал от страха. Так, а ну-ка. Вот оттуда же мы выходили, правильно? Да, вот там проемчик такой. Тут... Ну, явно нам никуда. Я поцелую лучше дерьмо, чем встречусь с этим Волкером. Господи, он здесь где-то. Он рядом. Вы слышите это его хриплое дыхание? И я тут нос к носом. Нос к носу просто с говном. А что делать? Просто другого варианта нет. Ага. Мразь.
лестница, вот лестница. Бежим быстро со всех ног просто к лестнице. Вот у нас засекли! Давай, 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 родимый! Все, выкуси. Можно ему факт показать? Это ты... Чувак, а что ты так за голову-то взялся? Это от моих... От моих комментариев, да? Я понимаю, что все плохо, но ты соберись это. Соберись, это нужно. Все, ребята. Я пошел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче! Пошел ты уже. Ах ты, сука. Кто это? Че он от меня хотел-то? Че он... Не понял. Нет, вы же это видели? Ну, это же не один я видел. На меня только что неслось разъяренное тело. А теперь его... Что, он сюда завернул? Ручку покажи. Так, давай. Не видно же нихера. Где ты? Блин, последняя батарея. Что здесь? Какие-то коридоры, ответвления. Мы идем, я так понимаю, в мужское отделение. А разве мужчины такие колготки носят? Что за шум? Блин, 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 блин. О! Кто тебя обидел, сынок? Вот этот грязный извращенец с палкой. Ах ты, блин, он с моей стороны стоит. Может, ты мне что-нибудь скажешь? Нет? Так, извращенец, давай ты меня не будешь трогать, окей? Я просто хочу пройти. Я просто вот сюда пройду, да? Слава богу. Все-таки бог есть. Нет, я нет, я не хочу обратно к этим глистам, не хочу. Я не могу. А подождите, а вроде никого нет. По-моему, червячков нет. Значит, можно, в принципе, и по воде идти. Ладно. О! Эй, там! Меня с тобой заберешь? Это я уже реально потерялся, я не знаю, где выход. Помогите мне кто-нибудь, а? О, тихо. Хотя здесь все работает по принципу. Не поможешь себе сам, тебе тут никто не поможет. Эти психи себе помочь не в состоянии, а если еще кому-то, это просто вообще что-то невозможное для них. Ох, блин, он побежал в эту темноту. Придется идти за ним. Больше тут ничего такого нет. Я вас снимаю, уроды. Блин, дали бы батарею, хотя бы одну, потому что у меня реально уже запасы на исходе. О, господи. Так. Сюда. О, ненавижу паутины. Что там за газ? За мной прямо. Вальридер, ты? Не шали. Шалун. А куда надо? Туда или куда? Мейлвард. Ну, в принципе, наверное, туда, ну. О, господи, туда вот я точно не хочу. Там трупы, там куча трупов. Да, и я сделал пометочку. Давайте ее прочитаем. Только почитаем ее
ближе к свету, а то ослепнем. Так. Пиршество для мух. Хуже запаха и представить себе невозможно. Сотни тел, набиты битком в комнату, кругом тысячи мух. Это и есть тот выход, о котором говорил священник. Да, сразу вспоминается песня. А на небе мухи, а мухи, а мухи, а мухи как люди. Та-ра-та-та-та-та-та. О-о-о-о! Это всего лишь задание. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Хорошо? Хорошо, я вас понял. Ребята, только не надо так пугать. Мне же тут темно и вообще просто атмосферно сейчас в комнате. Я тут просто наложу. Я даже песни готов петь от того, чтобы не пугаться. Надо говорить и говорить. Надо не прекращать говорить. Потому что если я перестану говорить, меня реально что-то испугает. Меня угнетает эта мрачная тишина, которая просто вот вообще вот рвется в мое сознание. Вот, надо отодвигает. Смотрите, здесь, в принципе, загружены какие-то там баллоны с чем-то там. Возможно, с водой, возможно, с каким-то газом, да? Но, видимо, они по форме своей, так вот, по материалу тяжелые такие баллончики. А Майлз, он за всю игру ни разу не ел, только там пил воду и то мочу какую-то, которая с трубы лилась в этом, в канализации. Вот. И он еще, у него есть силы на то, чтобы вот это сдвинуть. Что-то это как-то... А, нужно колесик, понятно. О, господи, чьи-то голые ноги. Чьи-то ноги. И кровь. Надо снять. Выложу на YouTube, покажу твоей жене, чем ты занимаешься. Садомазохист долбаный. И будете оформлять бракоразводный процесс, понял? Ты понял? С тобой будут разводиться. Я все твоей жене расскажу. Пакостник такой. Тихо, спокойно. Я покажу, как ты играешь. Стоять. Ты босс, и да? А чьи это следы тогда? Того, с кем ты играешь? Твоего хозяина, да? Ладно. Хозяин. А со мной играть не будешь? Надеюсь, нет. Следы ведут туда. Кровавые следы. Дайте хоть одну батарею, ай. Не люблю открывать двери, а когда там темно. Что это? Тут тоже следы, вот только что были. Вот. И тоже с кем-то играли, но, видимо, не доиграли. А возможно, и доиграли, потому что... Все очень плачевно там. На вид. Матрасики. Вшивые матрасики. Поспите, пидорасики. Ладно, здесь что? Ну, я бы мог догадаться, в принципе. Ну, ладно. Я не пойму, мы же уже не в канализации? Или где это мы вообще? Что такое? Что за шум? За мной хвоста нет? Нет. Это что-то ломит. Тихо, тихо, тихо. Тут что ли? Нет. А где тогда? Боже мой. Да что происходит? Тебя били? Это ты вот там вот поиграл с мужчиной? Гомосятина. Не входите! У меня ружье! Я опасен! И буду стрелять без предупреждения по первому признаку опасности. И со мной тут контуженный. Он вас может голыми руками удушить и горло перегрызть. Он не соображает. О, батарея. Спасибо вам, спасибо. Стоять, вы что, намекаете, мне надо
отодвинуть эту херню и пойти туда, куда, откуда колотили в дверь? Да вы издеваетесь, я не хочу это делать. Лучше сюда. Я не приду здесь. А, вот эта комната, но тут никого уже нет. Может, они уползли туда? И нам же туда надо будет лезть, по-моему. Для начала закроемся здесь. Так, контуженный, ты хоть меня не пережохай. Давай, двигай, Майлз. Я иду. Нет, тут... Тут все совсем не так. Тут еще ответвление есть. Господи, сколько всего. Да, что вас... Тихо. Блин, мне уже все кажется. Я подумал, показалось там, будто бы кто-то шел в этом коридоре. Я не знаю, мне уже реально все мерещится здесь. Решетка. Полагаю, нам туда и надо. И что дальше? Какая-то лаборатория. Похоже на лабораторию. Господи, куда я попал? Что это за место? Зато есть батареи. Да что? Это какие-то тараканы-людоеды, я не знаю. Они такое сделали с человеком. Надо их обходить. Кто? Что? Кто? Не уснуть, верники ждет меня там. Кого ждет? То есть за этими вот занавесками кто-то есть. Люди там. Я лучше пойду. С вами знакомиться у меня желания нету особого. О, какая-то... Господи, да что с ними тут делали? Какой мудак это все... У него даже головы нет. С ног содрата кожа просто, мышцы, все содрато. Как будто все это спиливали каким-то тупым ножом, господи. Давайте-ка прочитаем, кто это делает. Отчет о состоянии пациента составлено Риком Трагером. Этот пациент тоже не выжил. Тысяча извинений. Я старался как мог, но я же доктор, а не чудотворец. Да и доктор из меня тот еще, сказать честно. Ну, так или эдак, кому-то надо срезать жир с этого злополучного Вальридера. Мы теряем деньги с тех самых пор, как все пошло наперекосяк с этим малышом Билли. Но я ухитрился сократить штат на 80 человек, что означает экономию на зарплате сегодня и на всяких страховках и пенсиях завтра. Я тут много чего понял про биологию. Я раньше был не особо уверен, но теперь могу точно сказать. Человек не может жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Живи и учись. Знаешь, что я тебе скажу, Рик Трагер? Ты просто псих, сумасшедший, контуженная сволочь. Это твои следы? Сука. А, кстати, я что такое припоминаю? Мы в начале игры читали про этого доктора, что-то он, походу... То ли сумасшедший, то ли что-то такое. Маньяк просто. Так, ладно. Не знаю, что нас ждет за этой дверью, но давайте мы это узнаем уже в следующей серии, потому что реально мы, кажется, выбрались из канализации и попали в мужское отделение, где вместо мужчин теперь их только останки. Вот, и... А сюда я не залезу, кстати. О, я могу сюда залезть. Стоп. Это уже интересно, ну стоп.
А, это я попадаю в ту комнату с тем чуваком, тогда получается оттуда она не открывалась, что ли? Как-то мы так быстро все разведали, ну сейчас посмотрим. И будем потом закругляться. Получается, откуда-то оттуда я должен упасть, да? Да, закрыто. Ну вот. Ладно, потом полезем в эту вот вентиляцию. Посмотрим, что там этот извращенец делает. Видимо, еще один кандидат на развод. Хотя он какой-то вообще бедный какой-то. С внутренностью. Все разбросано. Ну, не знаю. Думаю, для его жены это будет неважно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в следующей серии. С вами был Морган. Пока-пока.